Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Камазмен. На улице холодно, 16 градусов, и мы отправляемся к стоматологу прямо сейчас, прямо в эту минутку. Мы даже немножко опаздываем, буквально на одну минуту сейчас. Мы приехали, то есть мы уже должны были сейчас зайти. Да. Вот. С утра мы еще раз, мы же вчера эту лазанью на самом деле не стали есть. Да, мы выкинули. Да, потому что там были дрожжи, которые, короче, не стоит вообще добавлять, потому что все испортили они. И сегодня Лизка сделала... Что? Без вот этого соуса, короче, с дрожжами, я сделала еще одну лазанью. И она была... Она была вкусная. Да. Все, ребята! Просто... А тебе один зуб сделали? Один, да. 4000 рублей. По зубу сделали. Каждый. Отлично. Следующую среду еще по зубу будем делать. О, что-то мне сказали в следующий раз, у меня что-то будет совсем все плохо, потому что мне будут делать 8-ку зуб мудрости. Ага. Там, говорит, что-то там, типа... Что-то серьезно там, не знаю я. Такие уж мы зубы. Не, у меня все те же проблемы, они как вот заморозились. Она говорит, ну просто нужно. Если даже ничего не беспокоит, все равно лучше сделать, потому что потом будет пульт пить просто. Но внутри там разрушается. Ладно, все, едем в магаз. Да, сейчас нужно... Он недалеко. Все, мы закупились во мне. Сейчас уже шаримся по Окею. Нужно закупиться молоком. Туалетной бумагой, между прочим. Вот, и бананами. Бананами. Потому что сегодня будем опять печенье делать. Сегодня с Ванькой хотели встретиться и хотим до сих пор. Но у него тачка сломалась, радиатор пробил, говорит, торчит сейчас в гараже, чинит. Мы как только закупимся, сейчас заедем за ним, заберем его и поедем куда-нибудь, наверное, посидим. Вот. А в это время Алиска будет печь те самые печеньки. Я буду читать книгу. Ребята, все, я, короче, перекусил. Алиска остается с барушкой, я иду навстречу с Ванькой. Ванька, главное. Где? Ванька, ты следи за Алиской. Ну что, ребята, наконец-то мы с ним встретились. С ним... Отойди, Вань, я про машину. Ну нет, я понял. Я могу, в принципе, видеть. Так. О, привет! О, здорово, Вань! Как дела? Вот не лень ему сейчас было это все делать, да? И теперь ты успеешь, в принципе, сделать в обратную сторону, если успеешь. Дурачело. Вот за это я и люблю этого дурачела. Едем мы кофеек попить, да, о жизни поговорить. Вань вернулся с Алтая. О жизни поговорить. Есть что рассказать тебе? Есть, я, короче, ходил. Ну все, тихо, потом. Подожди. Трусы на Алтае. У Васика. У кого? Все, у Васика ходил сам у себя. Че пьешь? Иван-чай, что ли? Иван-чай. Иван пьет Иван-чай. Сегодня день, культурный день в Скуратове. Сегодня Radiohead играет. Так что сидим, кайфуем, слушаем. Музыка играет, поэтому... Поэтому будем поменьше базарить. Все, просто помахал. Мы вышли из Скуратова и идем поздравлять Ингу с днем рождения. Задолбал. Вот. Тра-та-та-там. И вот он подвал. 25 Инги, кстати? Да. 25. Да. 25 годков. Какой 26? Да, нет. Серьезно? Да. Ломаные зеркала. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жиденькие. Та-дан-та-дан. Та-дан-та-дан-та-дан. Привет! О! С нежданными вкусняшками. Привет, им. Как делище. Хорошо. С начиночкой. Вкусное? Вильнюс. Да, наведи. Ну, не буду я ничего наводить. Наводи. Наводчик. Я был на Алтае. Отпуск. Отпуск, да.
Как тебе в целом? Санаторно-курортный город Белокуриха. Куда лазил? Откуда слезал? Если, ребята, у кого-то есть на, есть на машине, есть на машине, если у кого-то, ребята. Если есть у кого-то ребята на машине, и у кого-то есть машина. Да-да. Вот. Туда нужно ехать на автомобиле, потому что очень много мест, куда можно съездить. В принципе, они недалеко друг от друга находятся. Всякие высокие точки, горы. Кто не был в горах, у кого нет возможности поехать в реальные горы, там куда-нибудь в Абхазию. Не, ну блин, это тоже реальные горы, они тоже, блин, не маленькие. В Абхазии так, круче, наверное. Понятно. Но вот. Это другие, просто, не было... это другие горы. Это другие да. горы, да. Это как мы были здесь, потом да. переместились сюда. Кто знает, тот в теме. Это вот. Да, факт. Круто, кайфовый воздух. Особенно я никогда не думал, что реально, ну, поднимался на Канадо-Кресельной дороге, но. Или как-то так называется. Но. Вот. Высота 801 метр над уровнем моря. И реально, когда ты приближаешься к вершине, ты прям ощущаешь, что воздух, он другой. Во-первых, он, ну, уже более разряжен. Но. Вот. И там нету... Ну, там все равно же машины ходят по этому санаторно-курортному городу, так сказать. Ну, ты да, поднимаешься да, да. на вершину, и ты ощущаешь вот эту вот всю... Чистоту. Полноту, чистоту. Вообще, в принципе, красоту. Едете на Алтай, конечно, лучше, наверное, летом. Ну, короче, круто. У Ваньки очень много фоток, видосиков. Я предлагаю замутить Инстаграм хотя бы, выкладывать, чтобы как бы люди видели все это дело, потому что все же круто. На самом деле, когда я ходил природа. Гулять, вот, я гулял, ну, почти с 9 и до 2 часов, с 9 утра до 2 вообще часов. Вообще нормально. Да, я гулял, но я там сколько мог поснимал, потому что я узнал такую вещь, что даже при 100% батарейке мой iPhone на холоде просто выключается и говорит, что батарея разряжена. Я скажу вам по секрету, я его ныкал в штаны, чтобы он согрелся, да, и он работал опять. Вот, и этими местами, когда он разогревался, я снимал видосы. Я хочу в ближайшие дни опять скачать Adobe. За монтаж взяться. За монтажить. Очередная вот. Попытка. Очередная, ну, очередная какая-то попытка. Из попыток должна выстрелить. Когда вот. Ты втянешься. И скинуть. И скинуть на YouTube. Ребята, приехал домой, прикиньте, подъезжаю к гаражу. Не могу его открыть. Ищу ключ, потому что. Потерял, думал. Звоню Алиске. Алиска говорит, нету дома ключа, не взяла. Я думал, что Алиска взяла просто его. Я уже не знаю, что делать. Блин, все перерыл. Звоню Ваньке. Ванька говорит, ты случайно ключи мои не захватил? Блин, ага, че бы я твои ключи-то захватывал? Я говорю, ну мало ли, может, там с перчатками, с шарфом. Он такой, ща, подожди. О, точно. Поехал до него, забрал ключи. У него абсолютно такие же ключи. То есть два больших, на одном черная ручка. На а мы уже это говорили даже, я помню, что... Мы это не то, что говорили, мы это показывали, да. Это в прошлом году, по-моему, было. Мы с ним погнали на баскетбол, порубиться в баскет. И где он показывал. Где он ногу протер? А? Где он ногу протер? Не-не, это был не тот, о, когда он ногу стер, блин, да. Есть такой влог, по-моему, там типа что-то пацан... Стер ногу или что-то такое называется, не помню. Ну, Ваня очень жестко повредил себе ноги. Классно посидели сегодня, пообщались прям хорошенечко. Зареклись каждую неделю так встречаться. Каждую неделю осталось только 3 полных. Да, то есть, ну вот 3 раза хотя бы встретиться еще было бы здорово. Ванька все-таки друг детства, блин, и надо такую дружбу надо поддерживать всю жизнь. Вот. Ладно, друзья, все, мы смотрим «Больницу Никербокера», увидимся с вами завтра, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами, пишите о том, как вы дружите со своими лучшими друзьями, держите ли связь. И как долго. И как долго, да, самые вот, вот прям вот самые долгие отношения дружеские какие у нас. Все, до завтра. Покеда! You have embarrassing nights, have rehearsed twice, and here ask yours and beaches. Ask yours and beaches. Ask yours and beaches. Все, ребята, хорош. Все, ребята. Все, ребята. Почему мне смешно становится от твоей дебильной этой болтовни?